Как улучшить обыкновенные садовые грабли? Производитель вот такой модели предлагает модульность. Грабли легко собираются и разбираются, а также способны работать сразу по нескольким фронтам. Стоимость — $35. Благодаря системе Кликон к основной рабочей поверхности можно добавить еще две, получив более широкий захват. Таким образом, грабли подойдут и для точечной, и для широкомасштабной уборки. Базовая ширина 18 см, каждая насадка прибавит по 28 см. Длина грабель также регулируется от 128 до 178 см. Производитель предлагает минимум три варианта использования – точечная очистка земли у различных посадок, широкомасштабная уборка, например, от листьев, работа со снятыми насадками, например, после прохода газонокосилки. Еще один мастер широкого профиля – электрический инструмент для обработки почвы. Он пригодится в рыхлении, прополке, скарификации и прочих подобных операциях. А благодаря производительному двигателю на 400 Вт рабочая глубина достигает 8 см. Модель весит около 4 кг, ее длина – 130 см. Предусмотрены сразу две ручки для работы удобным хватом. Благодаря продуманной конструкции зубьев проблем не возникнет даже на плотных почвах. Особые колебательные движения помогают удалить сорняки вместе с корнями. Кроме того, напоминает производитель, регулярное рыхление снижает количество сорняков и стимулирует развитие полезных микроорганизмов. Нужно срочно вырастить новый газон. Эффективный дровокол, которым может пользоваться каждый член вашей семьи, уверена команда разработчиков из Швеции. Он уже запатентован и считается бестселлером, продажи перевалили за 500 тысяч штук. Дровокол весит 9,5 кг, рекомендуется для работы с поленьями длиной до 55 см. Подготовить дровокол к работе можно в одиночку, заряжать или заправлять его не понадобится. Разработчики уверены, что их творение щадит спину и плечи, выступает своего рода тренажером, компактно, безопасно и практично. Кроме того, дровокол экологичен и неприхотлив по части условий хранения. Выложить за него придется $127. Избавиться от сорняков без боли в спине и вреда для экологии предлагают создатели этого инструмента. Он особенно пригодится для работы на газонах и клумбах, а в рекламном видео упор сделан на уничтожение одуванчиков. Вес инструмента – чуть более килограмма. Работать с ним просто. Достаточно воткнуть его в землю и провернуть.
Патентованные узкие лезвия оставят маленькую лунку. Встроенный выталкивающий механизм поможет сразу же избавиться от зловредных сорняков. Предусмотрена и удобная подставка для ноги, а эргономичная форма ручки делает комфортной даже долгую работу. Больше не нужно наклоняться и пачкать руки, заманивает клиентов производитель. Цена вопроса – $42. А вот такая насадка превратит мотокосу в скарификатор. Особенно актуальна она будет весной и осенью. Модель подходит для работы на искусственных и натуральных газонах, благодаря универсальному креплению, совместимо с широким модельным рядом мотокос. Конструкция создана в сотрудничестве с экспертами из Нидерландов и запатентована. Основная фишка – специальные пружины, которые и обеспечивают качественную, и вместе с тем достаточно аккуратную скарификацию. Вес модели – чуть более 2 кг. Корпус выполнен из алюминия. Стоимость насадки – $513. Дополнительный же комплект пружин обойдется еще в 25. Как же удобно, когда пылесос сам сматывает шнур. Так почему бы не адаптировать такую систему к садовому шлангу? Перед вами автоматическая катушка, способная по заверениям производителя превратить полив в удовольствие. Инженеры продумали все до мелочей. Конструкция вращается на 360 градусов. Предусмотрены колеса и телескопическая ручка. Весит катушка 11 кг. Похожая на шайбу форма снижает риск опрокидывания. Комплект включает 20-метровый шланг, распылитель с возможностью регулировки струи, а также переходники. Для их хранения предусмотрена специальная секция. А дополнительным бонусом станет стильный дизайн. Ваш участок – это не только красивый газон, но и грядки? Тогда вам будет интересна вот такая сеялка, позволяющая работать сразу на 12 рядах. Модель радует универсальностью и гибкостью. Например, минимальное расстояние между рядами – 5 см, а максимальное – 70. Также регулируется плотность посева, а работать можно даже с одним рядом. Вес сеялки – 34 кг. Благодаря двум каткам она умеет разбивать комки земли и утрамбовывать почву. Разработчики уверены, что для настройки под конкретные условия хватит буквально пары минут, а сеять можно со скоростью до 3 км в час. Правда, стоит это удовольствие недешево – $1357. Самый быстрый способ убрать мусор из труднодоступных мест, считает производитель этой насадки. Она предназначена для работы с техникой фирмы «Эхо» и позволяет быстро очищать газоны, не повреждая их. Ширина насадки – 57 сантиметров, вес – 5 кг. Модель будет интересна не только частным покупателям, но и представителям различных служб уборки и благоустройства. Ведь благодаря 10 резиновым ребрам она без проблем вычищает листья, иголки, мульчу, желуди и даже гравий. Правда, за такую универсальность придется хорошо заплатить. Одна насадка стоит около $300. Оправданы такие расходы или выгоднее убирать по старинке? Своевременная вспашка не только помогает сделать почву более мягкой, но и повреждает недостаточно окрепшие однолетние сорняки. Для облегчения процесса пригодятся вот такие плуги. Они приспособлены для установки на небольшую технику, например, мини-трактора и мотокультиваторы. Отличительная особенность – универсальность. Плуги подходят для всех типов почвы и гибко настраиваются по желанию владельца. Например, представлены варианты с предплужником и варьируемой шириной вспашки. Также существуют модели с настраиваемой пластиной, позволяющей доворачивать пласт грунта, и колесами с регулируемым кронштейном. Обрезка веток порой превращается в натуральную пытку, особенно если под рукой есть только ручная пила.
Чтобы ускорить работы и снизить риск травм, стоит присмотреться к аккумуляторным секаторам. Например, к такой модели от инженеров от Райоби. Секатор срежет ветки толщиной до 32 мм. Благодаря длинному корпусу до них будет проще дотянуться, а надежный хват обеспечивают прорезиненные накладки. В зависимости от типа аккумулятора инструмент проработает до 120 минут. Также поддерживается технология OnePlus, и аккумулятор и зарядка совместимы с другими инструментами производителя. Вес без аккумулятора чуть более 2 кг, стоимость около $220. Еще один продукт от Райоби – универсальный бур. Он пригодится не только на огороде или в саду. Например, с его помощью будет легче установить столбы для забора. Максимальный диаметр шнека – 150 мм, глубина лунки – 800 мм. Одного заряда аккумулятора хватит примерно на 30 лунок. Как и секатор, инструмент поддерживает технологию OnePlus. Также он подходит для работы на глине, песке и рыхлых почвах. Электронная система защиты позволит сохранить контроль над инструментом, если в процессе работы попадутся корни и камни. Удобство добавит и режим обратного хода. Цена экономии силы времени – $300. Этот инструмент для заточки весьма многофункционален. С его помощью можно точить не только садовые ножницы и секаторы, но и ножи с топорами. Секрет в сочетании двух систем заточки. Первая обеспечивает заточку только с одной стороны, вторая — с обеих. Процесс заточки достаточно удобен благодаря большой эргономичной ручке. Модель очень легкая, менее 40 граммов. И благодаря яркому корпусу не потеряется в ящике с инструментами. Цена — $32. Но мнения среди покупателей разнятся. Что думаете? Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!